В Lethal Company вышло новое обновление, и я здесь, в этом видосе, заценю его. Я вообще ничего абсолютно не знаю, походу это даже бета-обновление, и вот мне даже интересно, что там будет. Сегодня я буду играть не один, с вас лайк и подписка. Жду вас в своем ТГ-канале и в своем Дискорд-сервере. Приятного просмотра. Как обычно, вроде... Это что такое? Так... Defecting difficult уровень reboot. Чего? Кто свет выключил? Что-то мне страшно становится. Там что-то страшное происходит. И очень громко орёт музыка. Кого? А куда надо было смотреть? Так, самый сьюр... Так, ну понятно, пофиг. Welcome back, this update includes a new... Новая луна, короче, новое построение. Bunny suit. И много новых каких-то обновлений. Короче, понятно, что-то новое завезли. Ага, только проигрываю, как всегда, здравствуйте. Кроун, да я сегодня со мной только проигрываю. Так. Ну-ка, мне интересно. Мунс. Дин, судя по всему, да? И, а, Адаманс, Адаманс. И Дин. Адаманс новая, да. Адайн. Была. Разве? Не помню такое. Да. Как я... Ну, короче, давай, ты вводи, что надо там. Что, новую или... Давай, она бесплатная? Да, конечно, новую. Так. Опять лес. А, вон, смотри, дом какой-то. Так, интересно, пойдем, помчали. По низу или как? Ну, судя по... Вообще желательно, я думаю. Да, вот здесь. О, смотри, маленький домик. Ну-ка. Как на этом, как на... Как называется? Рент? Она закрыта. Закрыта? А его открыть, интересно, можно будет? Да мне кажется, можно будет. Наверное. Смотри, там сзади код написан. R68. А это разве не низкая сцена? Не-не, по-моему, не-не-не, не низкая сцена. А, нет, там... Там написано 68 арт внутри. Ну, пойдем. Окей. Какой-то огромный ангар, судя по всему, да? Так. И начинается игра. Готовы? Да, let's go. Окей, здесь пока... Опа. Сразу в бабке. Ну, я думаю... Колокол, и тут еще. О, новая комната, ребят. Погоди, стой, я сейчас выведу. Фига звук. Да. Новый... О! Убегай, Сабир! Вот, блин, новая комната. Он открыл! Он открыл! Он открыл эту дверь. Так, а где наш Кент? Мне кажется, что все. Мне кажется, наш новый Кент... Так, давай-ка, ну давай за ним, так интересно. Не, погоди, стой, я вот оружие возьму. Погнали. Давай-давай. Где Бабаевский? Слева где-то. Вон снизу. Снизу. Идет. Давай, меня парень. На, тварь! Иди, на! Иди. Я умер. А, ты тоже? Я вообще минус, да. Да блин! Хорошо сыграли, хорошо сыграли. Все, по всем спасибо за просмотр, всем до свидания. А, ну это не. Тут реактор-то нету. А где реактор, я не убираю, все. Ой! Ой! Так, давайте в другую сторону. Тут кто-то ходит! Кто? Я не знаю! Кто там? Он какой-то быстрый Кент! Я не знаю, что это было. Кто? Пада-пада-пап. А, он выжил. Это что было? Ключ? Куда? Ключ! У нас же ключ есть, погнали! Спасибо, пойдем. Посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой! Сюда. Тут кто-нибудь есть? 68 арт. И ради чего мы сюда пришли? Я не знаю. Все ясно, байт на ключ. Понятно. Ай-яй. Так, много. Да, здесь много. Турель вообще. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Молодцы, все выжили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А вот он нет. Он не очень жив. Наверх посматриваем. Стой, погоди. Я слишком медленный ножка. Мина. Ага, помню, как мы были. А, вот.
Теперь нам прямо. Хорошо, я доверю. Да, все верно. Да-да-да, все. Ты жив? Да, я маленький ножка. Все. Ой. Слышь, ночь уже. А тут, надеюсь, никого не... Кто это? Я не знаю. Фонарь какой-то. А ты не скучаешь, что там какой-то робот ходит? Который все поджигает. Блин, и как нам мимо него проходить? Ну, давай здесь. Там их двое. Двое их? Да. Один около корабля, другой. Охренеть. Стой. Я сейчас затыку. Ходит у корабля. Пошли, пошли, пошли. Убегай, Сапир! Вот! Он обжегся, ему больно. Это робот, который маленький, игрушка была. Mm-hmm. Он мстить пришел. Подожди. А те... О! Он убил. Я застрял. Да иди отсюда. Иди нахер. Свалил. Спасил меня. Валим. Уф. Фу, что это было? Так. Какой-то там робот. Да вообще. Да. Смотри, я что понял, он убивает других, типа, он убил этот... Да. Собаку и эту... как его зовут, я забыл. Ну, здорово. Я так понял, путь назад куда интереснее, чем там. Да. Давайте еще раз. Давай. Походу, всех вообще убивают. Да, он кого видит, того убивает. Смотри, там сверху что-то, справа. Вышка какая-то. Как туда попасть? Мне кажется, да нельзя, мне кажется. Это такая же текстура, но возможно. Не знаю. Это творец, скорее всего. А, все возможно. Да. А у меня такое ощущение, что вот этот домик, он нужен для того, чтобы прятаться от этого робота. Это правда. А мне кажется, то, что он там хитбоксы очень большие. Типа все равно зрубить станет. Короче, тут не за спидрани, да? Тут типа только так бегать. Ну какие-то проходы еще, ладно, это потом посмотреть. А почему у нас корабль улетел? А, не, там главный вход летает, смотри. Вот как вот так, на правую кнопку мыши. Не, вот смотри. Я понял. Просто тут типа область такая. А почему там тоже главный вход? Не знаю. Ну это же бетка. Вот темный коридор мне единственное, что не нравится. Там огромный двухногий. Ой. И походу... Их двое! Двое! А кстати, где представляете, что делать яйцо? Там двое кентов! У нас проблемы. Пошли вместе. Нет, я думаю, не надо. А я думаю, нам. Здравствуйте! Половинка! Как у вас настроение? У вас все сегодня хорошо? Я смотрю, вы прям вот на меня смотрите. Я вам понравился, да? Хорошо, что это место не исправили. Да, я тоже вообще в шоке. Тут на самом деле такая вот ситуэйшн. Эй, куда пошел? Давай, иди отсюда. Тут на самом деле такая ситуэйшн, то что вот, знаешь, я зашел так посмотреть, типа, что за обновление, а тут типа вот такое, ну вот. Ты своего дружка позвал? Ты своего дружка? Давайте вдвоем побеседуем. Смотрите, такая темка есть. Мы, короче, разводим на карты всякие. Мы просим их, типа, чтоб нам бабки платили, и вы тоже бабки получали, понимаешь? Типа вот такая вот темка есть, она белая, нормально, все зашибись вообще. Отвечай вообще, будет все в порядке. Вы со мной, братья? Вы со мной? Что за звуки вы издаете? Это вы издаете или кто-то? Не, мне просто интересно, что будет дальше, то есть. Тут придет какой-нибудь новый кент или нет? Мне ждать кого-то или нет? Я не знаю, я попытаюсь просто свалить от вас, понятно? Давай, на счет раз, два, три, давай. Раз. Это кто зашел? Кто зашел сюда? Да, раз, два, три.
А что произошло, вы не знаете? Вот я тоже вылетел. Да. Я вот, знаешь, только собрался убегать от этих двоих кентов, с которыми я базарил минут 5. И вот я только побежал, меня начали кусать, и вылетела игра. Это что такое? У него не надо, походу, лопнуться. А да, у него не надо кашлять. Так хорошо пообщались с пацанами вообще. Накапливаем деньги. Сейчас берем. Один берет пистолет, короче, который зап. И двое лопаты. Да? Просто О, зачем мне солнце? Монак! Не пристраивайся а вот сзади. Летний вайп. Чувствуешь да. Летний вайп? Я да. Тоже чувствую. О. Летний вайп. Зачем мне солнце? Ну ладно, давай, там фонарик прилетел. А! Нет! Помоги! 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 По-моему, я по-моему все. Я всплыл. Далекое плавание. Фонарик. Мы не так не сделали. Да, по-моему, мы не должны отдыхать, мы должны только работать. Пацаны, я на стульчик. Оп, и все. Нет, забери это. Давай. В смысле? Забери тоже. Ты че? О, слышишь, что смотри, Easter egg. Что это? Я видел, как закинул. Ну все, иди, я тут посижу. Забери эту штуку. Ох ты, удочка. На, как я? Оп. Да не получается. Давай я сверху сейчас кину ее. Давай. Уточка. Да. Ладно, я с тобой. Я не хочу тут один оставаться. Мне кажется, пора бежать. Там еще и лесник около корабля. А как нам? Надо с проблемой. Ух, смотри назад. Здорово. Я, короче, выхожу, и там собака. Сзади а, ты видел, сколько там этих кавков? Там штук 6-7. Смотри назад. Собака. Собака их ела по одному. Перекус. А как нам ладно, до дома ребят. Дойти? Я наживка. Ребят, я наживка. Давай. Подальше отведи его. Он меня заметил. Надо до корабля бежать. А как? Давай, иди спрячься там за туннелем, я его отвлеку. Здорово, гадон, это сюда иди, да? Давай. Кыс. Куда? Кыс, я сказал. Алло, я сзади. Ладно, я понял, передумал. Застрял, что ли? Беги, Форест. Пизда мне, улетай, брат, улетай! Кто это выжил, блядь? Это он был наживкой! Ты чё так? Дозвонились. Привет. Он был наживкой, как он выжил? Ничего, даже мне нету, он пяти не упадает. Это хер
коровы из него ножи. Вообще. Все, давай, нажимай FPS. Он должен вместе с нами почитать. А ему не смущает ничего сзади. Большой. Да ладно, говорит. Где? Где она? Отойди, я конченый! Давай! Где она? А, вот. Нет! Где он? Где он? Давай, вали отсюда. Я тебе что сказал? Пошли отсюда! Где ты? Че ты гавкаешь на меня? Иди, говорю, ай, да не кусай меня! Не договорился. Он бутылку пива открыл. Я ничего не вижу, подождите. На. Да хуел. По адресу Тольяк Спиритус. Давай, давай. Хорош! Давай! Хорош! Сюда, нахуй! Победа моя! Нельзя в Майнкрафте PvP тренировался. Ну. Да, я даже двигаться не могу. Да, когда мне было один. Это сам себе минет. Да-да-да, с паркура. Самый первый, причем просто самый первый побежал и самый первый умер. Зато мы уверены. Да. Уверенность — это мой конек. А чё они тут? Подождите, это у меня вот до вот так? Подожди, что это видите? А, это птица. Да-да, мы это видим. Че с ними? Я вам не мешаю, парни. Их двое еще. Развлекается. Изи. Там кто-то ходит. Тупунчик. Вот он, вот он, вот он! А, турель! О! Я просто оборачиваюсь, и в меня плетит пуля. Хорошая концовка. Короче, там еще один монстр, но это в следующий раз. Обидно, что мы в этот раз не нашли. Переходите на мой Twitch канал, скорее всего, в ближайшее время там будет запущена трансляция Paletal Company 50. И, скорее всего, я буду играть с подписчиками, так что залетайте, я вас всех жду. Всем удачи, всем пока, с вами был я, Андрей, и... Ты кто? Я Лёня. Лёня. Всё, всем удачи, да, всем пока.